Дорогие друзья, постоянные подписчики, гости моего канала YouTube. С вами снова я, его ведущий Сергей Смирнов. Сегодня мы как раз плавали, три часа уже, подходит уже наше плавание к концу. Мы плавали на таком круизном маленьком лайнере. Вот сейчас это было у нас от Августова. Мы хотели там, такой красивый был маленький, как капличка. Вот мы возвращаемся обратно. Ребята, это красота. Какие здесь пейзажи. Вот сейчас подходим, проходим под мостом очередной раз. Вот. Сейчас у нас, видите, тут люди стоят. Красота, ребята. Уху! Оп-оп-оп. Ребята, это песня. Вот у нас такие места. Боже. Люди катаются, люди отдыхают. Ну, тут знакомые есть и с литовцами, и со Львова люди были. В общем, короче, друзья, это песня. Вот именно люди приезжают на пару дней. Приехали, отдохнули и поехали. Поэтому это важно. Это классно, именно активный отдых. Потому что, в принципе, можно и на даче отдыхать. Можно и перед телевизором отдыхать. А что потом вспомнишь? И вот сейчас я понял, что, в принципе, качество жизни важно. Именно, когда у тебя горизонты открывают, так хопа, и ты видишь просто перед собой новые возможности. Когда у тебя границы открыты, ты можешь сегодня в одну страну, завтра в другую поехать. Реально поехать по Европе, покататься. Да, это может случиться немножко, скажем так, крамольно, очень жестко. Может, люди говорят, как там ты ездишь, путешествуешь. Но тем не менее, ну а что, ну сидеть в пещере, сидеть дома там в четырех стенах, это тоже не жизнь, потому что жизнь нам дана один раз, я уже об этом говорил. И вот когда ты получаешь от жизни максимум, когда ты действительно наслаждаешься жизнью и вдыхаешь этот свежий воздух, это песня, это сказка, это просто чудо. Ты видишь эту красоту, и Господи, как здорово, что ты это все создал. И какая просто прелесть. Тут едет еще тут какой-то катер маленький. Перед нами, вот навстречу нам, вот написано Августов, прямо на, смотрите, перед нами. Мы въезжаем в город, из которого мы выехали 3 часа назад практически. Вот тут музыка играет, люди отдыхают, песня. Вот напротив тоже, у людей праздник, у людей свято, свято. У-ху! Это жизнь полная. Полная радости. И это здорово, когда люди так вот живут, качественно живут. Это вы видите сейчас радостных людей, счастливых людей. И это счастье. Когда ты действительно излучаешь эту радость, и это здорово. И хочется нам всем пожелать в любой ситуации тоже быть счастливым. Да, это может кому-то тяжело. Да, это может, как бы, у людей боль, душа болит за страну, за то, что происходит. Но я же говорю, все равно нужно счастливым быть, все равно. То есть, если ты циклишься на плохом, на негативе, это не есть нормально. Вот, поэтому это здорово. Сейчас вот именно мы видим жизнь, видим, я вот просто, у меня границы открылись. Я, знаете, вот живу как вот в скорлупе, как цыпленок маленький. И думал, что это есть жизнь. Да, я ездил по Украине, я ездил во Львове был. Я был, скажем так, в Киеве, в Полтаве, в Днепре, там, в Днепропетровске в прошлом, в Керчи побывал. Вот. Был еще, скажем так, в Сумской области, в Трансценции. Думал, вот это жизнь, это красота. Вот я выехал сюда, я выехал в Европу первый раз, так как первая любовь. Просто я влюбился в эту жизнь. Я понял, для чего нужно работать, для чего нужно зарабатывать деньги. Не просто вещей накупить, еды накупить и все, а именно увидеть мир. Здорово. Поэтому, дорогие друзья, вам желаю тоже видеть мир, увидеть нас, именно жизнь полную, именно радости, жизнь с избытком. Как написано в одной умной книжке, не видит этого глаз и не слышит этого уха, что приготовил Господь любящим его. И когда Бог вот приготовил людям жизнь, полную радости, жизнь счастливую, это, ребята, счастье, это песня. Слышите, как люди отдыхают? Вот она радость, вот оно счастье. Как мало нужно чего для счастья. Не обязательно там ездить каким-то элитным курортом, куда-нибудь там, не знаю, тратить миллионы, десятки тысяч долларов, чтобы радоваться жизни. Достаточно просто выехать на свежий воздух и поувидеть эту красоту.
Боже, друзья, и это классно. Вы видите, какая она жизнь. И вот сегодняшнее мое прямое включение, оно может вас кому-то зарядило позитивом. Вот, если вам это все понравилось, вам это вдохновило. Вот такой вот у меня экспромт сегодня был, поэтому можете смело ставить палец вверх под моим роликом, подписываться на мой канал. Пишите, кстати, нажимая на колокольчик, пишите комментарии, что вам сегодня понравилось, что вас вдохновило. Может, какую-то конструктивную критику, что вы хотите еще увидеть и услышать. Не переключайтесь, будет вообще тема огонь, будет просто песня Бенджа Пентни. Поэтому до встречи, до скорых встреч, до новых эфиров. И еще раз приятного отдыха, приятного выходных, кто отдыхает, мира в сердце, гармонии и радости. Пока-пока. С вами был я, Сергей Смирнов.